Владимир Якушев принял решение о сдаче своего мандата депутата Государственной Думы. Напомним, в период избирательной кампании Якушев возглавил региональную группу кандидатов Тюменской области от политической партии «Единая Россия» в Госдуму 7-го созыва. Бездорожье мешает работе медиков в населенных пунктах Увацкого, Вагайского, Нижнетавдинского и Тобольского районов. Ежегодно силами санавиации оттуда увозят более 300 пациентов. Решить проблему в ближайшие годы помогут вертолеты. Запланировано строительство вертолетных площадок. Программа единовременных выплат и средств материнского капитала подходит к концу. На 25 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых второй ребенок родился до конца этого месяца, а подать заявление необходимо до 30 ноября. Услуга доступна онлайн на сайте Пенсионного фонда. Сейчас правом на такую поддержку в регионе воспользовались более 14 тысяч семей. Общая сумма выплат составила около 360 миллионов рублей. Берегите энергию. Открытый урок с учениками 5 классов провели в 37-й школе. Он прошел в рамках всероссийской акции «Вместе ярче». Дети в игровой форме соревновались между командами, показывая свои знания по энергосбережению. Также полезные советы, как сэкономить на электричестве и сохранить экологию, ребятам рассказал треугольник «Толик». Это ростовая кукла, которая напоминает знак «Осторожно, высокое напряжение». Подобные уроки пройдут во многих школах города. Пожилому человеку посвящается. В Заводуковском округе для пенсионеров подготовили обширную программу. Они уже попробовали свои силы в модульном оригами, изготовлении оберегов, декорировании предметов интерьера. Помимо рукоделия, занятия в сенсорной комнате, адаптированная физкультура, работа с психологом. В группе здоровья 30 человек. И все же главное для них общение и поддержка друг друга. Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека, запланированы во всех ведомствах Заводуковского округа. Объявлены благотворительные акции и организована Тимуровская помощь.